Добрый день, дорогие рукодельницы! Меня зовут Валерия, и сегодня в преддверии Дня Святой Мученицы Параскевы Пятницы я проведу мастер-класс по изготовлению оберега пуголки. Принято считать, что оберег защищает от злых духов. В старину, когда его надевали, то приговаривали: «Пуголку надеваю, от себя злых духов отгоняю». Продели нить, соединяем с кончиком и завязываем первый узелок. Вот так. Вот такой узелок. Отступаем сантиметров 5 и завязываем еще один узелок. Вот так. Отступаем вновь примерно 5, сантиметров 5 и завязываем еще один узелок. Должно получиться 3 узелка. Так. Одну сторону мы сделали. Берем вторую двойную нить и также продеваем в пуговку и завязываем первый узелочек. Вновь отступаем 5 сантиметров и завязываем второй узелочек. Еще отступаем 5 сантиметров и завязываем последний узелочек. Вот такая пуголка у нас получилась. Теперь вы можете защитить себя от злых духов